С кухонным комбайном «Артисан» можно приготовить эту камбалу в горчично-арахисовой панировке с пюре из цветной капусты и куриной подливкой. Вот как это можно сделать. Разделим один кочан цветной капусты на соцветия и положим в миску. Добавим в капусту небольшое количество оливкового масла, 2 чайные ложки тмина, тертую цедру одного лимона и перемешаем. Выложим капусту на противень и поставим на 10-12 минут в нагретую до 200 градусов духовку до размягчения. Нальем 300 мл куриного бульона в небольшую кастрюлю. Добавим 1 столовую ложку жирных сливок, щепотку сахара и семена из 1/2 стручка ванили. Доведем до кипения и продолжим кипятить, пока объем жидкости не уменьшится на 2/3. Добавим 25 грамм холодного сливочного масла. Перемешиваем ручным блендером. Приправим и закроем крышкой, чтобы смесь не остывала. Достанем цветную капусту из духовки и остудим. Установим в комбайн диск-терку. Измельчим на терке капусту на скорости 1 и переложим в миску. Приправим и поставим в теплое место. В мини-чаше мелко измельчим 50 грамм обжаренного арахиса и 25 грамм панировочных сухарей на скорости 2. Добавим 2 столовые ложки зерен горчицы и измельчим в режиме пульсации до образования крошки. Приправим по вкусу. Выложим 4 филе камбалы по 100 грамм на смазанные маслом противень и посыплем панировкой. Запекаем камбалу в духовке 12-14 минут при температуре 200 градусов. Подадим к столу с пюре из цветной капусты и куриной подливкой.